Итак, здравствуйте, дорогие ученики. Поясню коротко, куда вы попали, собственно говоря. Меня зовут Олег Алав Гудвин. Ну, я достаточно популярная личность в интернете и на телевидении. Я основатель компании Альфа Топ, которая расшифровывается Академией телесно-ориентированных практик. По сути, все, что связано с телом, мы это все отрабатываем непосредственно на практике, друг на друге. В этом заключается уникальность нашей школы, что минимум теории, вся теория, она, если хотите, она там выложена в интернете, вы можете просмотреть, прослушать, там дополнительно восполнить знания, да. А по сути, мы на тренингах и на всяких мастер-классах, ворд-классах там встречаемся и все это отрабатываем друг на друге, на живой натуре. То есть все это прямо идет практика в жизни. У меня даже были такие воркшопы. Это такой вид тренинга, когда практика непосредственно прям сразу идет в жизнь. Предварительно вот этому тренингу, а попали вы на тренинг, который называется BTMM, базовый тренинг по мануальному массажу. Там можно и МТ, и мануальной терапии. Вот, и собственно говоря, этот тренинг почему называется базовый? Потому что это вход вот в эту систему Альфа-Топ. У нас тренинг не заканчивается самим наименованием тренинга, там от и до, там, по времени, по часам, по дням. Да? То есть есть некоторые материалы, предшествующие этому тренингу, там бесплатно вы можете скачать, и всякие бонусы и материалы, которые после тренинга вы еще там получаете. Ну, их там может быть много, не ограничено. Какие-то бесплатные, какие-то там дешевые, подороже, там подешевле. Ну, в общем, разные есть. Под себя можете подобрать. И, соответственно, что касается массажа, например, у нас около 40 видов массажа насчитывается. Не знаю, для кого-то, может быть, это удивительно, но это представить, на самом деле, новичкам тяжело. Но по факту, вот в БТММ, ну, вот в том массаже, куда вы пришли, да, это конгломерат лучших техник, взятых из нескольких видов массажей. На основе классического массажа мы будем воздействовать на тело человека так, что сразу у него вправляются кости, лечатся связки, суставы там лечатся и так далее. Там точки мы будем проходить, нажимать. То есть это, ну не знаю, в общем, наверное, 4 или 5 видов массажей, которые на основе классического, там гавайские техники, испанские техники, китайские, которые сюда входят и помогают нам в работе. Самое лучшее – это принести клиенту пользу мгновенно, тут же, за первый сеанс. Вот чем это отличается от всех других школ, если вы куда-то там хотели пойти или не пошли. Везде как бы изучается одна техника, да? Тут как бы вот это такой входной билет во все остальные техники. То есть вы сразу потом... То есть основу откажете, да? Ну, практически так, да. И кости мы будем проходить. В общем, сейчас вы на 4 дня подписались. У нас 6 дней, он идет по 10 часов примерно. Ну, там 9 примерно, 10 часов в день, пока не выдохнемся, не устанем. Но зато максимальная польза и максимальная практика здесь и сейчас. У нас даже были люди, которые тренинг проходил в офисном здании на 5-м этаже. В перерыве ходили, поймали там девушек из другого офиса, привели, сделали им массаж и тем заплатили деньги. То есть, понимаете, непосредственно результат сразу тут же зарабатывают деньги. Кто-то брал массажные столы, ну вот такие у него складываются. Брал с собой после тренинга, говорит, можно я все в аренду возьму? Все, с понедельника начинаю работать. И шли, действительно работали с понедельника. То есть, да, практика запущена в жизнь. И, соответственно, телесно-ориентированные практики. Но дело в том, что тело, это не только тело, которое физическое, мы имеем в виду, да. У нас есть еще астральное тело, казуальное тело, эмоциональное тело, ну и так далее. Ну, как минимум, у человека 7 оболочек, аур, есть. И, соответственно, работа с психикой, с разумом, с энергетиками сюда входит. В общем, Альфа-Топ – это достаточно широкая программа. От банного парения до обертывания, пилинга, там, воздействия на расстояние на человека, гипноза даже. То есть там достаточно большая школа, где, естественно, преподаватели не только я один, там преподавателей много, тренеров много. Это вы все потом подпишете, все узнаете. Если, кстати, оставляете свои e-mail, вам там будет, ну или где-то ВКонтакте там хотя бы со мной связывайтесь, да, чтобы вам было куда выслать эти материалы.
Ну, я просто покажу тогда, что просто сюда вот входит как бы много там еще чего. Сейчас просто не буду это все объяснять. Ну, вернее, каждую школу, каждого отдельного тренера, это вы там потом узнаете, да? А сейчас я просто вам хочу понять, дать понятие такое, что вот я работаю, да, массажистом, сейчас действующий массажист, мануальный терапевт, и проблема часто бывает там с клиентами, или как применить свои услуги, или там, где взять поток вот этих людей, которые там к вам идут. Есть такое, да? Интерес, проблемы. Лазил я по интернету, и вот изучал, какие методики преподавать, как там, что изучить лучше, там, да, в первую очередь, что во вторую очередь, потому что есть там обертывание, есть банки, там, да, есть медовый массаж, там, ну, их столько видов есть. Кстати, на последнем занятии мы будем эти виды тоже проходить. Вакуумную терапию. Так, это плохо освещение у нас тут скачет. Ладно. Тибетские поющие чаши. Веники бамбуковые, бамбуковые палочки, креольский массаж, ну и там энергетические техники. Про энергетические техники слышали? Бесконтактного массажа, да? Не слышал, да? Ну вот я тоже им владею. У вас, по-моему, даже есть видео на ютубе. Ну там есть, да, какое там? А, ну там просто, не знаю, где поднятие эмоциональные какой-то подзарядки. Энергетический оргазм там не видели? Ну, там действительно женщина не касается руками, она прямо. Но, в общем, это тоже все воздействует. Головная боль снимается, не касаясь руками. Я убирал бородавки даже, не касаясь руками, вот так вот на расстоянии. Но это развивается внутри человека, вот эта вот энергетика. Это тоже касается других тел. То есть тут не только одно тело физическое, да, вот я еще повторяю, а просто там много всего. И, короче, ползать по интернету, информация очень много разрозненная. Я понял, что на самом деле весь пазл, ну, как говорится, интернет – это большая мусорка. Там можно залезть и потеряться просто. Даже на некоторых сайтах можно потеряться. Вроде бы он тематический, да, но там столько всего. И я понял, что на самом деле вся система складывается из пазла, состоящего всего лишь из трех элементов. Три треугольничка вот таких вот. Получается пирамида, в которой у нас, вот тут мы отвечаем на вопрос, что делаем, да, и что вообще преподносим людям, да, что мы несем в себе, какой там заряд эмоциональный, энергетический, знаний, практик, да. Вот тут отвечаю на вопрос «как?». То есть, как мы это даем человеку? Мы можем работать на кого-то, по найму, например, да, на процент. Можем работать сами там что-то арендовать, да. Можем сами по себе быть, сами себе хозяева, да. Ну, грубо говоря, с чего я начинал? Я вот просто у меня была майка и шорты. Я забегал к соседке и говорю, давайте сделаем массаж. Пожалуйста, уже. Уже есть начало. Да, уже есть начало, уже первый клиент есть. На пляже выходил. Тоже делал массаж. Сейчас ко мне, ну, меня просто многие знают, обращаются даже, вы не поверите, в аэропорте подходят, там, сделай мне там то-то, там болит. Просто чужой человек бывает. В туалете ловят в общественном, где-то там, давай мне сделай, пока мы тут вот мы делали, даже попросил засвет на камеру, там другой заснимал, я этому шею поправил. В метро ко мне подходят, где вагон качается вот так вот, да, вот мы едем, а я там ребят этих спортсменов,